благословение князя Даниила. Данилов монастырь, обитель святого благоверного князя Даниила. Сегодня день памяти святого. Первый каменный храм на территории Данилова монастыря был построен при царе Иване Васильевиче, Иване IV Грозном. Первоначально это был одноэтажный храм, а позже был пристроен еще и второй этаж. Нижний этаж покрова Богородицы, а верхний, второй, это храм всех святых отцов семи Вселенских соборов. Он должен быть стать собором всех соборов. Вот особенное покровительство начинается в этой территории со времени царствования Ивана Грозного. Ну а дальше с каждым веком все больше и больше растет почитание святого князя Даниила. В конце 18 века митрополит Московский Платон выразил свою особенную любовь к святому князю в том, что он составил церковную службу и житие преподобного Даниила Московского. На территории монастыря есть и классический по архитектуре храм Троицы. Приписывается архитектору Бове или Тюрина. По фасадам оформлен портиками, а заканчивается ротондой сверху. Перед храмом цветник, скамейки для отдыха, много растений. Русская церковь в своих молитвах обращается к благоверному святому князю Даниилу, почитая его как устроителя, создателя и небесного покровителя не только основанной им обители и города Москвы, в котором он княжил в своем далеком 13 веке, но и всей державы российской. Кирпичная стена Данилова монастыря 17 века. Неприступная крепость.